Приветствую, смертные! На ваших экранах вновь возрождение плети. У нас пятая глава «Возвращение в Калимдор». Месяц спустя повелители ужаса основали временный лагерь неподалеку от берегов Калимдора. Так, погнали! Наши тени разведали основной остров. Тяжело признавать, но ты был прав, Тиконтрус. Чем бы ни являлся последний этап твоего плана, это не будет так легко. Орден Теней прибыл в Калимдор к моменту падения Короля Лича. Здесь они начали изучать демоническую силу Рока. Хоть и неизвестно, живы ли они еще, они оставали секретное убежище, в котором хранят все свои фолианты знаний. И мы должны найти их. Что ж, наверное, это займет некоторое время. Наши тени нашли несколько лагерей орков вдоль побережья. В том числе то, которое охраняет ближайшее место высадки в Калимдор. Если эти орки представляют для нас угрозу, я считаю, что мы должны перебить их всех. Нет, Тальвинге. Несмотря на то, что у нас есть сплит, лучше, если мы будем избегать наших врагов по возможности. Наша единственная цель — найти фолианты силы Ордена Теней. Лучше бы ты был прав, Тиконтрус. Эти орки одни из тех, кто стоит за смертью разговора. Мы не можем позволить себе проявлять к тебе милосердие. Так, в срочном порядке сейвимся. И готовимся к тому, что нам будут надирать задницу. Ну что еще? Нам понадобятся фрегаты, много фрегатов, если честно. Да, повелитель. Так, от этого Зиккурата, скорее всего, толк не будет. Свершится предначертанное. Поэтому мы здесь сделаем парочку, вот так вот. Нахерачим фрегатов как можно больше. И нам надо будет выступить в бою против кучи орков. Здесь кораблей полно. Верфь, которая восстанавливает эти кораблики и возвращает их на место. Виверны, которые время от времени будут на нас нападать, да. В общем, скоро на охоту. Это печально. Плюс у нас, как видите, ресурсов немного, они закончатся, когда они приедут. Ну что еще? Так, в принципе, здесь еще веб прокачать советы. Можно. И вот это вот. Постройка завершена. Ну и у нас еще два гуля, которые добывают ресурсы сейчас на данный момент. То бишь дерево. Надо выжать из этого рудника максимум, сделать максимум фрегатов. И только потом, возможно, какие-то шансы будут. Я еще не пробовал. Я пробовал нанять три штурмовых корабля, и все тут в щепки разносят. Буквально вот на этом берегу и особо дальше не продвинуться. Хоть вроде их немного, да, но тут... Повелители, в нашем руднике заканчивается золото. Нам придется высадиться в Калимдоре, чтобы начать добычу додова в руднике. Короче, у них дофига зданий, с которых выходят новые войска очень быстро, поэтому от них и избавиться надо очень быстро, соответственно. Это будет, я скажу вам, непросто. Исследование завершено. Я устал ждать. Ну что еще? Надо здесь поставить хоть какую-то защиту, и не знаю, там измором их что ли попытаться взять. Ну, измором тут не возьмешь, у них инфинити ресурсы, но хотя бы берег надо зачистить. Живые наступают. Тиконтрус, орки сумели нас отыскать. В таком случае мы должны атаковать. И если берег зачистим, вполне возможно, что нам будет легче от этого. Вот уроды, а. Мертвые всех ждут. Покоцали, блин. Постройка завершена.
Кадавра, подригинитесь, а, ребята. Я жажду служить. Где прольется моя кровь? Исследование завершено. Чего желает мой повелитель? Надо будет тут рассеять здесь ненужные здания, чтобы ресурсов по максимуму выжить. Возможно, нам пара могильщиков не помешает. Я да. Заступаю. Ну блин, они скорее как мясо, что ли, не знаю. Офигеть. Просто пачка. Уже они исследовали первую левел урона. Офигеть. Где прольется моя кровь? КДшка у верфи очень долгая. Я жажду служить. Плюс нам надо ресурсы сохранить на проклятой родине. Хотя я знаю, тут как минимум один островок, на котором золотая монетка валяется, кажется. Оттуда голды можем получить. То есть, скорее всего, вот в этих бочках ресурсы валяются. Так что можем ва-банк прямо идти. Золотой рудник обрушился. Блин, мне не нравится. Очень долгое КД. Возможно, стоит штурмовой корабль нанять. Его явно фокусить будут, если мы его наймем. Где прольется моя кровь? Ну что еще? Можем, конечно, до бесконечности на базе отсиживать. Блин, уже все исследовали. А можем как-то выступить в бой, не знаю. Я жду. Они уже сразу новых готовят. Это офигеть, конечно. Я занят. Какого хрена так много урона по могильщику идет? Надо найти подходящий момент и вдарить по ним разочек. Ты увидишь все. Я буду твоими глазами. Что на этот раз? Вызвали меня. Перед вашей волей исполню с радостью. Ой, ладно. 9 фрегатов будет у нас. И вот какой-то момент надо. Блин, здесь даже вот охрана лагеря стоит. То есть нормально невозможно мимо них как-то пройти, пролезть. И еще в таком духе. Я устал ждать. Жизнь за Нерзума. Ну что еще? Нужна стройка завершена. Несносный глупец. Все, все готовы. Я занят. Теперь надо аккуратно так замансовать. Хотя я не знаю, как эта толпа будет мансовать мимо охраны. Там буквально на каждом миллиметре. Так, вот это тот самый островочек, о котором я говорил. Туда мы еще вернемся. Сейчас приоритетная цель — это вражеские урки. Я не знаю, каким образом надо мимо них проезжать. Так, улетели. Живые наступают. Гуд. Ну блин, высаживайтесь, а.
И одного могильщика вырастил, да. Ну ладно, это не важно. Это же нежить! Защищайтесь! Неплохо, неплохо. Как живые наступают. Ну что еще? Приветствую. Несносный глупец. Ты это сам придумал? Конечно, глупо. Офигеть! Просто все полегли. Да блин, гуляли там, чё по кайфу делали, эти водки не то что нужно. Ништяк, ништяк. Живые наступают. Давай. Я устал ждать. Так это же нежить! Защищайтесь! Что на этот раз? Несносный глупец. Что нужно? Смерть. Что сделал? Я устал, брат. Я занят. Я устал ждать. Прочь с дороги. Стреляйте же, а. Ну что еще? Дурацкий план. Мне не нужны советы. Твоя жизнь принадлежит мне. Умри, несносный глупец. Хотя бы если внутрь вообще прорвемся, будет круто. Дурацкий план. Это тяжело. Согласен. Разумеется. Я занят. Так лучше. Что еще? Все, абсолютно все корабли в жертву принес ради этого. Я жду. Я устал ждать. Может получиться. Дурацкий план. Я пролил. Ну что еще? Я занят. Я слушаю. Умри, глупец. Несносный глупец. Я занят. Несносный глупец. Ты это сам придумал? Мне не нужны советы. У меня мало времени. И что теперь делать мне? Но прорваться я прорвался. Согласен. Ну, что еще? Может получиться. Твоя жизнь принадлежит мне. Умри, глупец. Я проголодался. Твоя жизнь принадлежит мне. Говори. Разумеется. Конечно. Я занят. Дурацкий план. Несносный глупец. Ты это сам придумал? Я устал ждать. Несносный глупец. Я слушаю. Занят. Что тебе? Я устал ждать. Я занят. Приветствую, несносный глупец. Может получиться. Умри, глупец. Как же задолбали башни и все такое. Дурацкий план. Так уже лучше. Дурацкий план. Что еще? Говори. Никакого покоя, а? Призвал? Ну что еще? Мне не нужны советы. Нужно. Разумеется. Говори. Я не могу. Кровь.
Я не знаю, как долго так получится держаться без маны, без ничего. Я устал ждать. Я проголодался. Что на этот раз? Я занят. Как уже что нужно? Смертный. Ты смазанный. Забери книгу. Я занят. Приветствую. Несносный глупец. Может получиться. Дурацкий план. Встречай свою смерть. Я устал ждать. Что несносный глупец. Я занят. На нас напали. Как лучше. Я голоден. Что еще? Я в ахерах просто. Я занят. Я не знаю, как эту нереальщину загасить просто. Мне не нужны советы. Может получиться. Мне не нужны советы. Офигеть. Смерть. Просто на грани от смерти. Я уже честно сбился со счета, какая-то попытка как-то что-то здесь сделать. Это же нежить! Защищайтесь! Я занят. Как уже лучше. Прочь с дороги. Сраный, блин. Дурацкий. Ловушки. Разумеется, несносный глупец. Мне не нужны советы. Может получиться. Я устал ждать. Ну что еще? Конечно. Несносный глупец. Ну что еще? Несносный глупец. Так, бой, скорее. Я жду. Ну что еще? Смерть ждет. Я занят. Я голоден. Я устал ждать. Дурацкий план. Твоя жизнь принадлежит мне. Согласен. Согласен. Мне не нужны советы. Умри, глупец. Дурацкий план. Дурацкое воскрешение. Я устал ждать. Я проголодался. Может получиться. Конечно. Умри, глупец. Неплохо, неплохо. Несносный глупец. Мне не нужны советы. Что нужно, смертный? Ты угадал мой план. Неплохо, неплохо. Говори. Я так, найс. Ждать. Минус трилогово. Блин, еще перестраиваться, охерели совсем. Я устал ждать. Как уже лучше. Дурацкий план. Горе побежденным. Да будет несносный глупец. Твоя жизнь принадлежит мне. Что на этот раз? Давайте бы побыстрее. Приветствую. Ты это сам придумал? Я занят. Может получиться. Нас напали. Умри, глупец. Так, кто надо избавиться, я пока устал. Не достроили. Несносный глупец. Скоро на охоту. Я голоден. Я устал, да. Согласен.
Ты угадал мой план. Я занят. Твоя жизнь принадлежит мне. Как уже лучше. Смерть ждет. Ты это я сам придумал ждать. Согласен, я занят. Я слушаю. Ну что еще? Так, казарм, надо поскорее избавиться, пока их не достроили тоже. Несносный глупец. Да блин, скорее. Я занят. Дурацкий план. Умри, глупец. Я проголодался. Умри. Я голоден. Едва успеваем за ними, но кажется... Несчастный глупец. Переломили мы их. Что еще? Умри, глупец. Я проголодался. Я устал ждать. Я занят. Несносный глупец. Твоя жизнь принадлежит мне. Встречай свою смерть. Ломай эту хероту. Может получиться. Я занят. Так уже лучше. Ты угадал мой план. Я устал ждать. Я проголодался. Надо еще одни казармы сломать. Приветствую. Ну что еще? Что нужно? Смертный. Каким-то образом. Скоро на охоту. Что тебе нужно? Они обречены. Я занят. Может получиться. Да. Я слушаю. Есть. Так, отдыхайте, рабы. Ну что еще? Что приказано? Я устал ждать. Я занят. Ну что еще? Все? Сломали и наконец-таки. Советы. Я занят. Ну что еще? Да дурацкий план. Подальше от твоя этого места. Принадлежит мне. Умри, глупец. Может получиться. Дурацкий чем план. Чем могу служить? Чего прикажешь? Несносный глупец. Может получиться. Я устал ждать. Я занят. Я устал ждать. Что на этот раз? Я занят. Я устал ждать. Несносный глупец. Фух, еле как. Это было очень сложно, если честно. Твоя жизнь принадлежит мне. Все. Осталось избавиться от рабов и дело в шоколаде. Я устал ждать. Встречай свою смерть. Я устал ждать. Я занят. Ну что еще? Несносный глупец. Я занят. Мне войска начнут воспроизводить. Впрочем, меня уже похеру. Я проголодался. Ну, кстати, это даже, возможно, мне и в плюс. Несносный глупец. Умри, глупец. Я устал. Да. Так, вот дом вождей ни в коем случае нельзя отдать. Новый построить. Кстати, а лодочка живёхонькая. Несносный глупец. Это крутяк. Я занят. Твоя жизнь принадлежит жизни. Так. Она пойдет заберет моих послушников. Я устал
все. Мне не нужны советы. Дело сделано, как говорится. Дурацкий план. Ну-ка, что там в ящиках? Глупец. Так уже лучше. Да, я так и думал, что тут бабки будут. Мне не нужны советы. Так, свиток маны. Это кул. Дурацкий план. Что тебе нужно? Что еще? Мне не нужны советы. Скоро на охоту. Не дошел, что ли, до него, а? Чего желает мой повелитель? Гений, блин. В обход просто. Хорошо, ладно, давайте сюда, да, ребята. Я боюсь сказать, что на нас потом будут еще нападать, но атаки не должны быть настолько сильными, как защита этого лагеря. Я устал ждать. На нас что ты хочешь увидеть? Жизнь за Нерфу. Они парочку воинов сюда вернули даже. Я занят. Уродцы. На нас напали. Я устал ждать. Я жажду служить. Несносный глупец. Вы звали меня. Время пришло. Я занят. Я проголодался. Несносный глупец. Еще и парочка ящиков. Может получиться. Может пригодиться. Мне не нужны советы. Найс, бабки. Дурацкий, что план. Нужно? Смерть. Так уже лучше. Тут сейф. Может получиться. На нас напали. Я занят. Что тебе нужно? Что еще? Твоя жизнь. Постройка завершена. Мне. Я устал ждать. Ну что? Найс, и чё? Тикондрос, одна из наших теней дошла в заброшенную пещеру. Сама пещера полна старых вариантов и магических рун. Должно быть, это убежище Ордена Теней. Как только мы построим новый лагерь, мы должны исследовать эту пещеру. Савура! Один из наших пограничных лагерей был уничтожен мной на бедежите. Нежити! А выжившие есть? Нет, Савура. Мы следили за происходящим в обсерватории неподалеку. Хм... Похоже, что Нежити что-то нужно. Открыть ворота! Если они хотят войны, они ее получат! Блин, чувствую, для нас ничего хорошего это не значит. Так уже лучше. Блин, а? Видно, вот подплыви поближе, плиз. Мне не нужны советы. Так, ох ты ж, нихера себе. На нас напали. Ты увидишь все. Короче, надо достигнуть. Ну что еще? Что этого места. Чтобы его достигнуть, я так полагаю. Я устал. Нас ждет вражеский лагерь на пути. Ну да, конечно. Я посмотрю. Почему бы и нет? Еще один лагерь. Я занят. Еще один сраный, блин, лагерь. Склоняюсь перед вашей волей. Да, повелитель. Короче, нам всем жопа. Да свершится предначертанное. Так уже лучше. У нас есть только три дредворда, которые способны в оборонку тут кое-как. Ваша воля исполнится. Я занят. Будем надеяться, что все обойдется. Ну что еще?
Я буду твоими глазами. Офигеть, неуязвимый самуру. Я буду твоими глазами. Нихера МК Дой дает урона. Это 20% разве? Я занят. Дурацкий план. По-моему, много для 20 кажется, не? Ну да, это не 20, это 40%. Не жирно ли? Я буду твоими глазами. Постройка завершена. Офигеть. Со скоростью света у них войска выходят новые. Постройка завершена. Завершена. Постройка завершена. Я шокирован. Завершена. Я устал ждать. Я занят. Все. Там только остается войск наклепать и как-то удержаться на плаву. Тут еще правая часть карты. И там хрен знает, что вообще. Хабаны. Исследование завершено. Окей. Я посмотрю. Исследование завершено. Постройка завершена. Нужно больше золота. Я буду твоими глазами. Исследование завершено. Несносный глупец. Ты увидишь все. Посмотрим. Тайное станет явным. Я занят. Круто. В спину норм. Ты вообще. Чисто орочий ход. Блин, надо здесь некрополь возвести. Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Мне не нужны советы. Это просто офигеть. Может, какие получится. Повороты будут. Жизнь за Нерзула. Я буду твоими глазами. Посмотрим. Тайное станет явным. Так, тут... Исследование посмотрим. Завершено. Какое-то... Я иду. О, Насгард. Развитка за 50 голды. Все, чего желает мой повелитель. Исполню с радостью. Ну что еще? Я буду твоими глазами. Ладно, получается еще один лагерь какой-то тут есть. Блин, а вот это плохо, потому что не получится с лагеря уходить, даже башни не помогут, потому что катапульты. Я посмотрю. Еще и всадники там волчьи, это ужас. Станет явным. Посмотрим. То эти я коричневые посмотрю. Небольшим отрядом пришли. Посмотрим. Относительно. Постройка. А каким отрядом явным. Будут приходить красные? Тайны станет явным. Это вообще жесть, наверное. Я посмотрю. Постройка завершена. Постройка завершена. Хотя теоретически постройка можно завершена. Попробовать пробежать дредордами до конца, и возможно даже один из них как-то выживет. Так, ага. Я посмотрю. Ветераны Орды. Что ты хочешь? Живые наступают. Ну что еще? Так уже лучше. Советы. Может получиться. Где прольется моя кровь. Ваша воля исполнится. Время пришло. Ты звал меня. Глупец. Я жажду служить. Ну, Дридорда хотя бы держаться способны вообще. Да, повелитель. Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Это хорошо. Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится.
Я не знаю, сколько нам понадобится перестроить зиккурат, чтобы банально... Блин, мне войска надо клепать, а не защиту. А выходит, что я делаю точности да наоборот. Я устал ждать. Я занят. На нас напали. А? О-о-о. Чего? А у нас дерево заканчивается. А его тут не то чтобы много. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Еще? Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Они ждут. Да, повелитель. Исполню с радостью. Жизнь за Нерзула. Да, повелитель. Да свершится предначертанное. Нужно больше. Чего желает мой повелитель? Я жажду служить. Исследование завершено. Несносный глупец. Жизнь за Нерзула. Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. Постройка завершена. Постройка завершена. Не знаю, я боюсь их, эти из лагеря, как только придут, мне сразу что-нибудь уничтожат. По-любому. Ну что еще? 8 башен — это вообще ни о чем защита. Несносный глупец. У меня мало зрел ждать. Я жажду служить. Я занят. Мне не нужны советы. Я проголодался. Умри, глупец. Я буду твоими глазами. Постройка завершена. А у них что-то как-то... Я иду. Мне кажется, ли в лагере довольно пустовато. Я устал ждать. Можем попробовать. Может их потроллить. Я проголодался. Ты угадал мой план. Согласен. Так уже лучше. Возможно, что-то из этого даже выйдет. Дурацкий план. Кровь за кровь. Смерть за смерть. Лактар-агар! Что еще? Скоро на охоту. Постройка завершена. Я занят. Так уже лучше. Мне не нужны советы. А, я так и знал. Походу, потому что как раз выходили эти пацаны. Ладно, знаете, как поступим? Конечно. Так, так, уничтожим гарпи, потом вернемся сюда, отобьем волну, попробуем побить красных. К тому времени, скорее всего, уже здесь будет новая пачка. Ты увидишь все. На нас напали. Тайное станет явно. Ну что еще? Может получиться. Мне не нужны советы. Ты угадал мой план. Я занят. Вот они идут. Встретим их как подобает. Умри, глупец. Я проголодался. Я устройка завершена. Да, возможно, даже сразу в бой пойдем.
против них. Я занят. Мне не нужны советы. Офигеть. Они еще в союзе. Согласен. Ну что еще? Что нужно? Смерть. Что тебе нужно? Может получиться. Несносный глупец. Что на этот раз? Ну что еще? Мне не нужны советы. Ты угадал мой план. Ты это сам придумал? Да. Скоро на охоту. Я занят. Неплохо, неплохо. Несносный глупец. Исследование завершено. Разумеется. Я устал ждать. Умри, глупец. Я проголодался. Твоя жизнь принадлежит мне. Прикалываетесь, что ли? Я занят. Ладно, быстро поелозили сюда. Ну что еще? Так уже лучше. Я устал ждать. Что на этот раз? Несносный глупец. Приветствую. Согласен. Я занят. Может получиться. Нас напали. Дурацкий план. Еще не на каждом шагу тут. Чего желает мой победитель? Может получиться. Ну что еще? Да будет так. Они обречены. Сносный глупец. Я занят. Дурацкий план. Ну что еще? Я устал ждать. Я занят. Мало времени. Ну что еще? Так уже лучше. Живые выступают. Наш герой погиб. Ладно. Я не сохранился. А, нет, сохранился. Я устал ждать. Диспел, а. И на кой хер тогда эти заклинания, вопрос, если у них абсолютная контра какая-то дикая. Советы. Я устал ждать. Ты это сам придумал? Может получиться. Что на этот раз? Говори. Я занят. Исследование завершено. Конечно. Я устал ждать. Приветствую. У меня мало. Что нужно? Смерть. Найс. Опять 25. А, Тридворда, изи. Дурацкий. Вообще расправиться, как нихер делать. Нужно не почувствуют даже. Сносный глупец. Так уже лучше. Приступай. Я устал ждать. Дурацкий план. Ну что еще? Мне не нужны советы. Да будет так. Я занят. Умри, глупец. Я слушаю. Конечно. Исследование завершено. Ну что еще? Дурацкий план. И еще раз. Так уже лучше. Неплохо, неплохо. Несносный глупец.
Страху. Я устал ждать. Согласен. Да будет глупец. Дурацкий план. Мне не нужны советы. Исследование завершено. Так уже лучше. Мне не нужны советы. Приветствую. Ты звал меня? Что еще? Твоя жизнь. На нас напали. Я устал ждать. Может получиться. Скоро на охоту. Ты угадал мой план. Несносный глупец. Так, ладно. Попробуем что-нибудь против этого сделать. Дурацкий план. Я устал ждать. Ну что еще? Да просто выманить их и подраться. Я устал. А потом можно и кое-как так наступать. Лучше. Может получиться. Давайте. Дурацкий небольшой план. Отрядец. Может получиться. Махач. Я проголодался. Дурацкий блин, план. Запарили со своими этими может ловушками. Получиться. Я занят. Твоя жизнь принадлежит мне. Давай, 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 давай. Мне не нужны советы. Ну что еще? Согласен. Ты угадал мой план. Несносный глупец. Живые выступают. Согласен. Я жду. Че, панчи вместо некросов нанял, что ли? Исследование завершено. Что класс. Еще? Ты угадал мой план. Я устал ждать. Согласен. Ну что еще? Конечно. Да будет так. Я устал ждать. Назовет меня. Ну что еще? Как нихер делать разделались. Я занят. Спящий пробудился. Несносный глупец. Я проголодался. Твоя жизнь. Ладно, знаете что, похеру. Пускай они время от времени нападают. А где? Где тень моя, блин? Что ты хочешь? Зачистим самые важные точки. Может получиться. А? И дурацкий просто план. Пробежим мимо их лагеря. Я других вариантов не вижу. Я буду твоими глазами. Мы едва первый лагерь уничтожили, а тут еще два более крупных надо уничтожить. Что ты хочешь увидеть? Ух ты. Ты увидишь все. Прикольный галеч. Короче говоря, это будет жуть как непросто. Я посмотрю. Да, что еще? Добьем Насгарда, как планировали, в общем. Может получиться. Несносный глупец. Так уже лучше. Неплохо, неплохо. Я устал ждать. Несносный глупец. Развеется. Я занят. Время пришло. Что еще? Я занят. Выступаем. Где прольется моя кровь? Ну что еще? Все, отдыхай. Так, опа. А тут еще
лагерь, но он пустой. Скорее всего, будут обратно войска воспроизводить. В принципе, мы можем здесь забрать себе рудник потом. Несносный глупец. Ты это сам придумал? Так уже лучше. Мало времени. Может получиться. Я занят. Умри, глупец. Постройка завершена. Я устал ждать. Постройка завершена. Лучше. Я проголодался. Я жажду. Умри, глупец. Я устал ждать. Мочить этого Носгарда, блин, офигеть, у него скорость атаки, конечно. С него гоблинский телескоп падает, блин, офигеть. Это, конечно, того не стоило. Умри, глупец. Несносный глупец. Ну что еще? Я занят. Может получиться. Я проголодался. Мне не нужны советы. Мины. Так уже лучше. Мне не нужны советы. Так, что там? Готовится следующее так нападение пока. Дурацкий план. Так, короче. Пока я паузил, я через этого скелета одну точку пробил. Ну, так, чтобы сэкономить голды. Короче, где-то тут есть гарпии. А, вот они, а? Но проблема в том, что хер до них дойдешь, потому что... Ну, походу, вот, дорожка заслана деревьями, да? В принципе, можно пойти и уничтожить этот лагерь, чтобы мы смогли дальше пройти, но это, опять же, куча времени, куча боли. Давайте почистим по-быстрому тогда крипов. Надо будет уничтожить ту базу, и тогда все будет в шоколаде. Так. Где здесь были ящеры всякие крутые? Тайное станет явным. Исследование завершено. Ходит что тут, да? Ну, уничтожим по-быстрому их. Вернемся назад, потому что надо будет лагерь оборонять. Жду приказаний. Ну что еще? Заодно это голды нам даст немного. Ой. Ай-яй-яй. Твоя жизнь. Успеем ли вопрос? Ты угадал мой план. Умри. Я устал ждать. Скоро на охоту. Глупец. Опа. Дурацкий план. Они так решили пойти. Вот уроды, а. Как только враг покажется, надо идти в бой. Тьма зовет меня. Ну, я занят. Дурацкий план. Чё-то их... Во, может вот они. Получиться. Жду приказаний. Так, все, в бой, пацаны.
Несносный еще никто не, не был способен устоять против такой армии Плети. Ты это сам придумал? Прочь с дороги. Я устал ждать. Где противопец? Постройка завершена. Мне не нужны советы. Мертвые жду приказания. Ну что еще? Может получиться. Что на этот раз? Ты угадал мой план. Несносный глупец. Приступаем. Исследование завершено. Какова воля тени? Привет. Ну что еще? Так уже лучше. Что на этот раз? Неплохо, неплохо. Я не могу взять что нужно. Смерть. Несносный глупец. Все, хорошо. Может получиться. Отбились. Сюда в любой момент, конечно, могут приползти красные. Вот что нехорошо. Но давайте все равно попробуем их лагерь покоцать хотя бы. Может получиться. Здесь что-то сделаем. Живые выступают. Офигеть, а. Прям сразу приперлись, главное. Так, ладно. Хорошо, что я сохранился незадолго до. Да хранит меня тьма. Мертвые ждут. Мертвые служат тебе. Так, живые наступают. Блин. Я занят. С деревом беда. Я устал ждать. Мазалет меня. Согласен. Конечно. Чего ты скажешь? Несносный глупец. Сраные катапульты. Я жажду служить. Мазалет меня, повелитель. Да свершится предначертан. Все, теперь сюда. У нас есть время. На передышечку. Мертвые ждут. Жду приказания. Ждут. Во имя короля. Я устал ждать. Ай, додвигайтесь, дурынды. Ваш ход. Ну что еще? А? Что тебе нужно? Может получиться. Какова воля тени? Ладно, здесь сейчас немножко поспамим. В принципе, можем сюда тоже поспамить потом. Мертвые служат тебе. Что такова воля тени? Ну что еще? Постройка завершена. Постройка завершена. Так уже лучше. Я голоден. Интересно. Я занят. Дурацкий план. Так уже лучше. Офигенно. Мертвые служат. Ну что еще? Умри, глупец. Твоя жизнь принадлежит мне. Я проголодался. Дурацкий план. Разумеется. Согласен. Я занят. Войско уничтожили. А вот твой новый, блин, выходит. Твоя жизнь, ты не только скажи. Я занят. Умри. Так, что там? Армия готовится, это хорошо. Бессносный глупец.
Я проголодался. Мне не нужны советы. Умри, глупец. Я проголодался. Твоя жизнь принадлежит мне. Я устал ждать. Ну что еще? Так бы лучше. Я устал. Стойка завершена. Так, теперь матч Казармусы. Ой. Склоняюсь перед вами. Казалось, алтарь не был построен все это время. Указаний. Чего желает мой повелитель? Ваша воля исполнена. Я занят. Умри, глупец. Я голоден. Так, еще не выступили. Умри, несносный глупец. Я занят. Мне не нужно. Я жажду слушать. Несносный глупец. Может получиться. У меня мало времени. Так. Новенький отсюда выходит. Да. Я устал. Все, зашевелились, пошли отсюда. Мне не нужны советы. Ну что еще? Твою мать, а! Может получиться. Постройка завершена. Чай, свою сферу. Этого для полного счастья не хватало, конечно же. Дурацкий план. Все, поубежали. Какова воля тени? Ваш ход. То в любой момент припрутся. Жду приказаний. Удивительно, еще не успели даже. Я занят. Спящий бро. Мне не нужны советы. Так уже лучше. Так, они что, на пикничок завернулись, что ли? Мне не нужны советы. Где они? Может получиться. Ага, вот. Какова воля тени? А вы бы еще медленнее, ребят, собирались. Что еще? Ты угадал мой план. Согласен. Прочь с дороги. Жду приказаний. Некроманты куда, блин, поперлись? Так уже лучше. Мертвые ждут. Несносный глупец. Я занят. Мертвые служат тебе. Какова воля тени? Вы звали меня. Мертвые служат тебе. Несносный глупец. Может получиться. Дурацкий план. Блин, а ведь в любой момент припрутся красники. Будет больно. Ну... Кстати, теоретически можем этот лагерь забрать тоже. Потом. Несносный глупец. Да, ожидаемо. Хорошо, что я засейвился. Согласен. Жду приказаний. Так, все сюда. Мертвые ждут. Всем сбродом. Ну что еще? Твоя жизнь не тоже мне. Ты это сам придумал? Я устал ждать. Какова воля тени? Что еще? Нужно построить сокровище. Несносный глупец. Ну что еще? Я занят. Говори. Прочь с дороги. Я устал. Так. У меня мало времени. Херакс,
Херакс, Херакс. Ясный глупец. Где прольется моя кровь? Я устал ждать. Возвращаемся, добиваем. В принципе, попробовать побакванить с ними. Но сначала надо несносный глупец с этим разделаться. Умри, глупец. Дурацкий план. Так уже лучше. Мне не нужны советы. Дурацкий план. Я занят. Я проголодался. Я устал ждать. Постройка завершена. Постройка завершена. Че, встали? На нас напали. Несносный глупец. Что на этот раз? Я занят. Так, есть. Ну что еще? Я видел это во сне. Я занят. Чё? Мне не нужны советы. Готовы побазарить? Так уже лучше. Не уверен, что я готов. Мне не нужны советы. Значит, надо все войска сюда отправить. Бесносный глупец. Я ведь... Да, я не строил деревню с захоронением. Вот сейчас бы неплохо было бы его иметь при себе. Чтоб свиток там купить. Может, ты пышнется в любой момент. Жду приказаний. Ну что еще? Настройка завершена. Дурацкий план. Мертвые служат тебе. Да блин, а? Я занят. Это долго слишком. Ну, я не знаю, сможет ли этот отряд могильщиков что-то оперативно поставить. Будем надеяться, что сможет. Мертвые ждут. Я занят. Так уже лучше. Так, посвободнее надо, чтобы было. Жду приказаний. Такова воля тени. Несносный глупец. Мертвые ждут. Давайте сюда. Какова воля тени? Мертвые служат. Какова воля тени? Интересно. Какова воля тени? Я устал ждать. Да хранит меня тьма. Жалкие уродцы. Я занят. Мертвые. На нас напали. Ну что еще? Да блин, тут ощереть, конечно, толпучка. Тут невозможно двинуться даже. Интересно. Я занят. Может получиться. Расступились бы как-то, а? Не знаю. Несносный глупец. Я устал ждать. Мертвые ждут. Ай, понеслась. На нас напали. Несносный глупец. Согласен. Воля тени. У меня мало времени ждать.
Что еще? Приветствую. Мне что на этот советы. Раз? Ты угадал мой план. Согласен. Может получиться. Неплохо, неплохо. Согласен. Я устал, да. Я занят. Умри, глупец. Скоро на охоту. Офигеть, конечно. И повозочек ноль шансов. Так уже лучше. Просто против всего этого. Сносный глупец. Может получиться. Да будет так. Я устал. Наш герой погиб. Жаль. Варматос. Сносный глупец. Такова воля тени. Такова воля тени. Ну, вроде армия. Еще раз два тут чё получается. Нужно больше золота. Что еще? Я занят. Мне не нужны советы. Что? Я устал, да. Так уже что лучше. Нужно, смертный? Ты это сам придумал? Что еще? Может получиться. Дух приказаний. Пойдите же в бой, чё стоите-то, а? Приветствую. Неплохо, неплохо. Я занят. Мертвые ждут, такова воля тени. Выступают. Я жду. Вперед, 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 вперед. Они. Цена все башни. Я занят. И то мы слегка проковыряли лагерь только. А, банк идем, чё? Склоняюсь перед вашей волей. Исполню с радостью. Что на этот раз? Ты угадал мой план. Я занят. На нас напали. Мне не нужны советы. Ты звал? Мертвые служба воля тени. Они что еще? Приветствую. Ты это сам придумал? Несносный глупец. Скоро на охоту. Неплохо, неплохо. Ну что еще? У меня мало приказаний. Приступай. Несносный глупец. Я же жду служить. Где от некрополя избавились? Завершена. Постройка Матороды. Завершена. Чего желая? Мой постройка завершена. Я постройка завершена. Какова воля тени? Мертвые служат тебе. Твоя жизнь. Я не выберу. Ну что
Что еще? Что нужно? Я устал ждать. Ты это сам придумал? Может получиться. Ты угадал мой план. Ты это сам придумал? Я устал ждать. Неплохо, неплохо. Так, левелап. Все. Мне нужны советы. Текайте отсюда. Что на этот раз? Ну что еще? Я устал. Постройка завершена. Я занят. На нас напали. Что еще? Что я устал ждать. Мне не нужны советы. Несносный глупец. Согласен. Ты угадал мой план. Я не могу обойтись. Удовольствие. Скоро на охоту. Я занят. Все, готовы. Правда, в руднике ни хера не осталось. Неплохо, неплохо. Ты это сам придумал? Все, надо скорее топать, защищать базу. Войска сами тут все почистят. Жду приказаний. Наша задача сдержать здешний натиск. Чего желает мой повелитель? Как они умудряются дохнуть? От чего? Наш золотой рудник скоро иссякнет. Мертвые ждут. Мертвые служат тебе. Занят. Топайте, топайте, ребята. Жду приказания. Мертвые служат тебе. Вырезу. Где прольется моя кровь? Окей, 16 тысяч, я думаю, нам хватит до rest of the game. Ладно, замочим иглогривов, которые здесь неподалеку. Лучше. Глядишь, по пути попадутся там. Я... Дела не ждут. Что нужно? Теперь у нас дредворды 6 уровня. Уже ситуация будет обстоять несколько иначе. Что тебе нужно? Я что нужно? Смертный. Дурацкий план. Дела не ждут. Мне не нужны советы. Я буду твоими глазами. Я занят. Дурацкий план. Может получиться. Так уже лучше. Ты угадал мой план. Я устал ждать. Постройка завершена. Дурацкий план. Неплохо, неплохо. Ты это сам огненный плащ. Неплохо, неплохо. Ну что еще? Скондрюс, это вместо сапогов тебе. Я занят. Так уже лучше. Живые наступают. Так, а вот и они. Не, боюсь, не успеем. Мы много потеряем. Блин. Жалко, придется подождать, пока эти упыри надумывают сюда намылиться. Да будет так. Да. Они ждут. Жду приказаний. Несносный глупец. Так уже лучше.
Мне не нужны советы. Блин, а? Жалко время терять. Если честно. Ваш ход. Приступаем. Ну что еще? Вот они. Так уже лучше. Дурацкий план. Чуть-чуть отойдем. Так уже лучше. Дурацкий план. Так уже лучше. Постройка завершена. Неплохо, неплохо. Ты это сам придумал? Неплохо, неплохо. Мне не нужны советы. Может получиться. Согласен. Я устал ждать. Мне не нужны. Колема жалко. Ты звал? Скоро на охоту. Несносный глупец. Дурацкий план. Золотой рудник обрушился. Неплох. Склоняюсь перед вашей волей. Я жажду. Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. И потом сюда дойти, пацаны. Что еще? Несносный глупец. Где здесь? Тут четыре. Че нельзя створить-то? Какова воля тени? Нужно построить. Ну что еще? Ты угадал мой план. Мне не нужны советы. Что на этот раз? Ты это сам придумал? Неплохо, неплохо. Может получиться. Что нужно, смертный? Несносный глупец. Приветствую. Согласен. Ну что еще? Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Я не могу. Постройка завершена. Жду приказаний. Да храни. Может получиться. Так уже лучше. Дурацкий план. Я жажду служить. Жизнь. Так, ну чё, осталось только нам накопить армию, дождаться атаки, разнести этот лагерь к чертям собачьим, зачистить всю карту, и, в принципе, глава завершена будет. Думаю, норм. Я занят. Чего желает мой повелитель? Ну что еще? Так, на чем мы там остановились? Кажется, я собирался подкопить армию и дождаться атаки и пойти в бой на них. Не будем терять, пожалуй, ни секунды. Я буду твоими глазами. Надо по-хорошему ее сюда отправить. Что на этот раз меня? Занят, что нужно, сможет получить. Варюшку что надо прокачать нет, до шестого, а? Тут капелька опыта осталось. Я устал. Приветствую. Давайте-ка это сделаем. Может получиться. Эй, тупая орка, иди я сюда. Занят. Так уже лучше. Мне не нужны советы. Напали. Дурацкий план. Твоя жизнь принадлежит мне. Может получиться. Ну все. Ну что? Потралили и хватит. Мертвые ждут. Какова воля тени? Мертвые ждут. Thank you.
Нужно больше золота. Самурой так и остался неуязвим. Сносный глупец. Что нужно? Я за не забываем то, зачем я пришел. Сносный глупец. Идите как сюда, глупцы. Дурацкий план. Конечно. Я занят. Как уже лучше. Ты звал меня? Я устал ждать. Дурацкий план. Может получиться. Несносный глупец. Ты угадал мой план. Прочь с дороги. Ну что еще? Я занят. Несносный глупец. Называется, вы наступаете, да? Дурацкий план. Я что еще? Может, жду приказаний сзади тебе. Какова воля тени? Я занят. Так уже лучше. На нас напали. Согласен. Конечно. Встречай свою смерть. Устал ждать. Живые наступают. Говори. Плохо, левлап. Нужно построить секунду. Неплохо. Ты это сам? Тальвингер, блин. Неплохо, неплохо. Я занят. Скоро на охоту. Ты угадал мой план. Согласен. Ты угадал мой план. Согласен. Что еще? Блин, жду приказаний. Еще пришли, а? Я жажду служить. Склоняться. Уродцы. Дурацкий план. И что еще? Несносный глупец. Воля тени. Ну что еще? Так, надо наступать, пока эти туперы посылают на меня по чуть-чуть. Ну что еще? Жизнь за мерзу. Так уже лучше. Мне не нужны советы. Согласен. Так. Некромантов ни к чему умирать. Постройка завершена. Постройка завершена. И труповозочкам желательно тоже. Я занят. Может получиться. Золотой рудник обрушился. Вот нет. Где прольется моя кровь? Идите, сносный убейтесь об свиноферму тогда. На нас напали. Блин. Я устал. Дурацкая узкая горушка. Мне нужны заведы. Ну что еще? Может получиться. Я устал ждать. Урезали. На нас напали. Мертвые ждут. Несносный глупец. Вызвали меня. Я занят. Я жду. На нас напали. Так уже лучше. Черт, а мы так никогда не прорвемся, а? Я занят.
порезать пару скелетиков вот здесь именно. Во имя короля мёртвых. Приветствую. Я устал ждать. Может получиться. Я слушаю. Ну что, что тебе нужно? Прочь с дороги. Я устал ждать. Мертвые ждут. Да хранит меня тьма. Ну что еще? Я выпью. Я занят. Я выпью. Время пришло. Время рука. Ну что еще? Какова воля тени? Круто. Слились об этом все дело. Мне не нужны советы. Сколько, блин, у вас там ресурсов, а? Как вы надоели, непробиваемые. Мертвые ждут. Да. Ну что еще? Возможно, вот так вот... тоже не лучшая идея постоянно ждать, пока войска новенькие на них подходят постоянно. Если его атаку переждать, сразу пойти туда. Ой, ну блин, с другой стороны, мне бы долго шли. Да, скоро на охоту. Мертвые ждут. Несносный глупец. Мертвые служат. Интересно. Я жду. Ваш ход. Приступаем. Я устал ждать. Мертвые ждут. Тормоза. Я занят. Я устал, да. Я жду. Несносный глупец. Умри, глупец. На нас напали. Так, в бой, глупцы. Я устал, да. Может получиться. Так как задолбали эти ловушки, а? Мертвые ждут. Несносный глупец. На нас напали. Приступаю. Жду приказаний. Я устал ждать. Чуть свинку замочили. Мертвые служат. Ну все, это конец. Приветствую. Блин, он до сих пор неуязвимый. Че за фигня? Погодите, демоны. Мы не рады вашему царству террора. Покиньте этот мир, и Орда будет жить в мире. С дороги, жалкий орк. Это наше дело, и ты будешь убит, если помешаешь нашим планам. Тебе не одурачить меня, демон! Я знаю вас! Вам нужно только уничтожение всего живого! Что бы вы ни делали, я не пропущу вас без боя! Ну что ж, можешь начинать. Так, ну чё, теперь он, получается, выходит, должен быть уязвимым.
Надо найти настоящего. Блин. Каким образом две труповозки разом умудрились уничтожить, а? Вот он. Нет? Офигеть, все труповозки уничтожили. Что еще? Отдают. Несносный глупец. Я проголодался. Я жду. Запруха. Такова воля тени. Блин, вечно бегающий, прыгающий. На нас напали. Тьма зовет меня. Я занят. Я жду. Ваш дурацкий план. Да хранит меня тьма. Да офигеть, а. Я глупец. Вот он, да? Больше ты ничего не скастуешь, урод. Наконец-то. Хорошая попытка. Должен признать, вы, орки, не так сильны, как я думал, даже после вашего сражения со сговором. Благодаря нашей хитрости вы смогли одолеть Блящий Легион. Вам никогда не уничтожить Орду, даже если вы приведете всех мертвецов, которые у вас есть. У нас больше нет времени трепаться с этим орком. Убейте его быстрее! Ожидаемо. Он сбежал! Не вижу больше смысла беспокоиться о нем. Для нас тут больше не угроза. Так, ну, остается только добить остатки. Тут грунт валяется. Я занят. Кого бы ему отдать, а? Скоро на охоту. Кому бы его отдать, да? Ну что еще? Неплохо, неплохо. Я скоро на охоту. Я занят. Ну что еще? Не служат тебе. Кстати, куча некромантов осталось, только 5. Нужно больше. Я занят. Разумеется. Мне не нужны советы. Я устал ждать. Мертвые служат тебе. Интересно. На нас напали. Вызвали меня. Я занят. Жду. Тьма зовет меня. Меня. Мертвые служат тебе. Больше воля тени. Я устал ждать. Умри, глупец. На нас напали. Ну что еще? Занят. На нас напали. Я устал ждать. Блин, как же вы надоели. Моя жизнь принадлежит мне. Так уже лучше. Что случилось? Мертвые ждут. Что, какова воля тени? Несносный глупец. Так, ну хорошо, этих бы, наверное, попроще убить, ну, что чем еще? Ветеранов, ветеринаров. Я проголодался. Задолбали уже капитально. Я занят. Все, теперь отправляемся туда втроем.
Надо закончить одно дельце. Жду приказаний. Классный глупец. Ну что еще? Посмотрим, что с этой гарпией выпадет. Я буду твоими. Мне даже интересно. Так. Что тебя беспокоит? А вы, ребята, должны как-то попробовать дальше продвинуться, я не знаю. Хотя, наверное, тень вот что-то было послать, да. Вот здесь, например, что? А, ну да, здесь же эти кентавры гигантские. Должны быть. Борис, тут насносный глупец. Я посмотрю. Что ты хочешь увидеть? Ох, ладно, но их придется убить. Какова воля тени? Мертвые, какова воля тени? Ну что еще? Вы звали меня. Время пришло. Мертвые ждут. Ваш ход. Я занят. Ну что еще? Так, двигаем, двигаем, двигаем. На нас напали. Жду приказаний. Ох. А, больно. Я устал ждать. Дурацкий план. Мне не нужны советы. Жирдей, блин. Сносный глупец. Так уже лучше. Согласен. С перерождением еще, как я понимаю, да? Я устал. Ух, барабанчики. Это надо брать. Мне не нужны советы. Согласен. Блин, топнуть туда, урод. Ну что еще? Конечно. Я устал ждать. Ну что еще? Умри, глупец. Сердце гарпии, значит. Я что-то такое предполагал. Что кого ловкость? Клоняй, Вариматас. Скушай кактус. Согласен. Вот совсем не уверен, что ему из этого давать, на самом деле, но... И в этот рейс Гайн скиллит, он очень большое value вносит. Я занят. Я проголодался. Что я, Борис, его не смогу оставить. Да вопрос теперь, у кого выкинуть еще что-то, чтобы боевые барабаны взять, а? Я буду твоими глазами. Жду приказаний. Ой. Некроманты, сорян. Приступаем. Жду приказаний. Забыл вас автокасты рубить. Приступаем. Я жду. Какова воротень меня тьма? Мертвые служат тебе. Мертвые ждут. Приступаем. Что сделано, то сделано. Жду приказаний. Ход. Заступаем. Вызвали меня. Приступаем. Какова воля тени? Все поудохлые, а? Время пришло. На нас напали. Мертвые служат тебе. Несносный глупец. Похоже, мне придется мантию выкинуть.
Все-таки 10% для такой гигантской так армии, же, даже 10%, это так-то норм. Что ты хочешь увидеть? Ну что еще? Ну чего-то более советы. Бесполезного я тут уже не вижу. Ну, огненный плащ, так разве что, не знаю. Может, а пока что у нас очень много битв, где чисто герои. Дурацкий план. Поэтому... Жду приказаний. Как-то нужно выживать. Несносный глупец. Приступай. Я устал ждать. Ну что ты еще? Ты спал меня? Вызвали. Мертвые служат тебе. Опять очень узкий, неудачный проход, а? Мертвые ждут. Несносный глупец. Мертвые служат тебе. Ну что еще? Я жду приказаний. Мертвые ждут. Жду приказаний. Интересно. Я занят. Да будет так. Может получиться. У меня мало времени. Так уже лучше. Несносный глупец. Ваш. На нас напали и служат тебе. Я занят. Много жертв было принесено этому. Твоя жизнь принадлежит мне. Но все-таки справились. Ну что еще? Фух, наконец-то эта миссия позади. Так, стоп. Ничего. Мертвые служат. Я устал ждать. Тарам-па-па-па-пам. И что же мы добыли? Хорошая работа, Вариматос. Это именно то самое убежище Ордена Теней. Но это место заброшено. Может, есть какие-то конкретные заклинания, которые тебе нужны? Ибо до прочтения всех книг уйдут годы. Это может быть возможностью, чтобы усилить наши силы некромантии. Я просто выберу случайный фолиант. А, вот этот выглядит интересно. Как призвать лича? Это даже и близко не то заклинание, о котором я думаю. Там нужно то, которое хаотично по своей природе. Тикондрос. Я нашел дневник одного из некромантов Ордена Теней. И что в нем? В нем говорится... Сегодня у нас очередное скучное собрание. Я топчусь на месте и жду, пока Чудобот продолжает закапывать Орден Теней. Сегодня стукнуло 5 лет с тех пор, как Орден был основан. Мы уже открыли и изучили более 100 заклинаний. Чудобот, мы хорошо осведомлены о том, сколько времени прошло создавание Ордена. Мы бы хотели знать, когда наконец мы сможем сделать что-нибудь полезное с помощью наших новых заклинаний. Да, я обдумал это. После долгих размышлений я решил, что будет лучше. Если я никому не позволю использовать эти заклинания до возвращения Легиона. Это самая жалкая причина, которую я слышал за всю свою жизнь. Какие-то проблемы, Араш? С поражением плети и орков скверны стало некому готовиться к прибытию Легиона. Пылающий Легион никогда не ступит в этот мир. Я лично говорил с Алгамоном, и он сказал, что отправился с Галора сюда, чтобы... Это задание не под силу одному демону Чудобот. Асгавор может считать, что все спланировал, но это не так. Если тебе интересно, Пабдел слишком недальновиден.
И что же ты конкретно предлагаешь, Араш? Это мое мнение. Я также обдумываю, стоит ли следовать этому приказу. Слушайте сюда, все вы! Никому не превзойти меня. Я породил этот орден, я и умру вместе с ним. В таком случае, ладно. Бежим! Теперь я положил конец ордену теней. Я должен закончить свою работу ради Килджадена. Это может оказаться не просто вступить в союз с орками, но я заключил темный договор и должен выполнить его. Запись в дневнике обрывается здесь. Килджаден? Я не видел его с тех пор, как он стал новым владыкой Легиона. Некромант заключил союз с орками? Зачем ему это делать? Не знаю, но очевидно, что Араш задумал что-то грандиозное. Придется его найти. Погодите, Кондрус. Есть несколько вещей, которые ты не учел. Например? Во-первых, запись в дневнике была сделана 4 месяца назад. Араш может быть где угодно и даже не в Калибдоре. Как мы собираемся найти его? Не беспокойся. У меня есть план. Будьте начеку, мужики. Кто-то идет. Эй, это же Сабуру. Ты выглядишь измотанным. Все в порядке? Мои воды, мы столкнулись со страшной бедой. Нежить вернулась, и они угрожают жизни каждого существа, что ходит по этой земле. Что вы должны сделать? Приведите всю помощь, что сможете. Если Орда вновь объединится, у Нежити не будет и шанса. Ты предлагаешь нам собрать Орду, чтобы защитить Сантрон от Нежити? Это не обязательно, шаман. Есть только одна причина, по которой Нежить здесь. Фух, наконец-то. Завершил эту главу 1.5 часа. Блин, если так теперь все главы растягиваться будут, это ничего хорошего. Но в любом случае, ладно. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик себе, оставляйте комментарии. Мы еще увидимся в следующих видосах. С вами был Павел Первый. Всем пока!